18. Bude 18, výborně. Так, всем доброе утро. У нас уже закончился онлайн-урок. У нас эту неделю онлайн-урок аж на 10 часов, поэтому мы утром даже высыпаемся. Но сегодня вот в понедельник было прям на 10:55. Ну а с завтрашнего дня уже просто на 10. Так, и я там уже готовлю эту рыбку, макароны, ну, спагетти. Так что Настя сейчас будет обедать скоро. Ну и я, наверное, чуть-чуть. И пока там у Насти шел онлайн-урок, я там успела немножко порисовать. Сейчас вам покажу. Я закончила вот этот рисуночек. И таких вот сов. Кстати, прикольные такие вот эти совушки. Еще надо какой-то тут фон сделать красивый. У нас сегодня очень хорошая погода, но не знаю, или мы куда-то пойдем, но вообще собираемся. Поэтому, может, пойдем на площадку или еще куда-то погуляем. Надо подумать. Вообще, по прогнозу типа тучки, ветер, но я сейчас пока не вижу тучек, сейчас светит солнышко. И очень на улице хорошо. У нас, кстати, уже вот с сегодняшнего дня, 3 мая, уже все пошли в школу. Все классы, но чередуются через неделю. То есть неделю учится А-класс, другую неделю Б-класс, а А-класс на онлайне. Я не знаю, зачем так делать, если они уже выпустили всех учеников, зачем все равно чередовать вот это вот онлайн и обычную неделю. Для меня это непонятно. Они все равно сдают все тесты для школы, поэтому я не знаю. Выпустили бы их уже без этого онлайна. Но эту недельку мы с Настей дома учимся. Так, ну что, макароны, рыбка готовы. Я еще добавила сыр. Так что всем приятного аппетита. Настюш, ты хочешь сегодня гулять? Да. Да? А где мы пойдем? Не знаю. Ну, надо куда-то, наверное, пойти, пока погода хорошая и дождика нету, да? Может, это новый парк? Ну, он далеко, мы туда с папой хотели пойти. Не знаю. Да, мы там в один парк хотим пойти. Вот как-то на выходных надо туда поехать. Так, кушаем. Приятного аппетита. Смотрите, у нас есть такая вот книгобудка. Тут вот такие книжечки разные лежат. Их можно брать, почитать и типа принести назад. Ну или если у вас дома есть какие-то ненужные книжечки, то тоже можете приносить, оставлять. И таких вот есть в Праге много. Ну, типа как бесплатная библиотека. Yeah! ресторана. Мы уже пришли домой. Еще зашли по дороге в овощный Светозор и купили тортики. Взяла 3 кусочка. Настя взяла вот этот вот клубничный, а это беленький с лимоном чизкейк, и это шоколадный чизкейк с малинами. Попробуем. Думаю, будет очень вкусно. А в этой книгобудке взяли Насте такую книжечку. Кстати, это книжечка с Макдональдса, но у нас нету такой. Поэтому, Настюш, почитаешь и потом отнесем назад. Хорошо? Настюш, тебе тортик понравился? Правда, Настя не докушала, но она сказала, что она наелась. Мне тоже понравилось. А что ты там строишь? Домик, который там же... Ну, что там будет в домике? Это будет такой домик для лошадки, но... Конюшня. Конюшня? Лошадка там спать будет? Да, и будет есть. Значит, конюшня. Так, все перекусили. Помыла посуду. И вот чуть-чуть сейчас буду отдыхать. Не знаю, может, мы пройдемся чуть-чуть вечером еще, погуляем. Короче, посмотрим, если мы еще соберемся. И это... Тортики, кстати, были вкусные. Белый чизкейк, кстати, был почти не сладкий. А вот кофейный чизкейк прям такой сладкий, с малинкой, вкусный. Но белый тоже по-своему вкусный. У нас там за окном птички сейчас поют. Классно. А еще прикольно, когда по утрам какая-то птичка тут прилетает на дерево и вот так вот поет красиво, и иногда так громко, что я прям просыпаюсь. И так интересно вообще. Такой прикольный будильник. Платишь? Нет. Нет. Настя ждет микроволновку. Нет. Нет. Короче, мы решили остаться дома, потому что мы уже погуляли, короче, что мы уставшие. Доставай. Потрогай аккуратно. Нормально? Или горячее? Если горячее, я возьму. Угу, нормально. Бери вилочку. Садись, кушай, это утром будет урок, помнишь? Нет. Ну, на следующей неделе уже пойдешь в школу. Приятного аппетита. Спасибо. А еще у нас с 10 мая, вот со следующего понедельника, открываются магазины с одеждой, ну еще там какие-то сферы услуг. И это... И также с 10 мая у нас можно на улице ходить без масок и без респираторов. Наконец-то! Можно будет дышать нормально. Ну, мы их, конечно, и так с носа снимали. Ну, а теперь, да, Настя, можно будет, ну, именно на улице ходить без масок. С 10 мая, ну, в магазинах, в транспорте, в масках, ну, в респираторах. Ну, хотя бы на улице можно нормально дышать. Настенька, а ты уже книжечку прочитала, ту, которую мы сегодня взяли? Да. А про что она, расскажешь? Про тираннозавра Рекса. А что он делал? У него длинные зубы и даже и он вообще-то видит очень далеко, и там вообще-то родился малюсенький этот Рексик, и потом пришел этот ваш мама Рекс, и эти люди вообще-то спрятались на взломанном дереве, и потом вообще додали Рекса малюсенького к маме Рекса, и потом они ушли. Да? А маленький остался с мамой? Да. Классно. Потом будем гулять, положим книжечку, отнесем опять в книгобудку, да? И там можем еще посмотреть. И посмотрим, может, там еще какие-то будут детские. Просто других не видела. Там обычные, ну, для взрослых какие-то книжки. Для детей я только эту там нашла. Можем свои какие-то еще отнести ненужные, да? А что, можно? Да.